Прикоснуться к солдатскому быту и увидеть своими глазами армейскую жизнь армавирские школьники и студенты смогут в течение ближайших 5 дней. Ежегодно среди мальчишек, которые через пару лет попадут в реальную армию, проходят сборы в рамках первоначальной подготовки к военной службе. Первые вот эти 3 дня, с 31 июня, будут проходить сборы на территории учебно-авиационной базы нашей знаменитой. Будут проходить теорию, знакомиться с бытом, условиями прохождения службы военнослужащих, как срочной службы, так и по контракту. Будут знакомиться с учебно-материальной базой, с техникой, чтобы познали ребята, что такое военная служба. В первый день для ребят провели экскурсию по территории части и в казарме, где они смогли оценить быт обычных срочников и познакомиться с учебно-материальной базой и техникой. Затем будущие защитники Отечества показали уровень своей строевой подготовки, а также умение владеть автоматом. Здесь же провели тренировочные занятия для подготовки к стрельбам. Почувствовать оружие в руках и научиться им пользоваться в этом году захотели даже девчонки. Лидия Порошина из 19-й школы уже через год планирует связать свою жизнь со службой в российской армии. Я решила поступать в военный на метеоролога или инфокоммуникационные структуры. И поэтому я пришла сюда, чтобы подготовить себя к поступлению. А одна девочка просто... Потому что... Не все девочки, наверное, могут это выдержать, потому что все-таки сложно. Наш учитель по ОБЖ Василий Викторович нас подготовил очень хорошо к стрельбе, поэтому все прошло легко. По итогам подготовки старшеклассники будут сдавать нормативы по основным параметрам, а завершатся военно-полевые сборы масштабными учебными стрельбами, которые пройдут 2 и 3 июня на полигоне 15-го отряда специального назначения «Вятич». Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации, телеканал РНТВ, Армавир.